Всех приветствую! В сегодняшнем видеоролике буду менять стекла фар. Я пробовал отполировать, результат так себе, потому что стекла, в принципе, уже структура так порушилась. Вот это вот я стекло уже разбирал, чистил изнутри линзу, но все равно оно такое не очень, особенно при включенном свете. Это прям страшное. Вот здесь вот такой эффект, как будто же изнутри оно вот так вот немножко плавилось. На той фаре то же самое было, и оно изнутри, в принципе, протиралось тряпкой. То есть это какое-то то ли пыль, то ли еще что-то. Вот так-то оно выглядит при включенном свете. Видно, что вот здесь вот такая вот вся эта зернистость, пескоструль. Пескоструй такой. Вот, и куча света рассеивается на самой фаре. Здесь получше, но все равно, если вот так посмотреть, вот эта вот структура, это можно, конечно, попробовать отполировать, снять этот защитный слой, но это не так уж и просто. Вот, и здесь линза гораздо чище. Ну что ж, снимай фар. Для снятия фар потребуется только торкс на Т30. Сперва откручиваем 4 винта крепления вот этой вот накладки. И просто ее снимаем отсюда. Затем нужно ослабить этот болт, этот полностью выкрутить, и здесь два, вот этот ослабить, и вот этот тоже нужно ослабить. Все, в принципе, теперь фару ничего не держит, можно вытаскивать, и попутно нужно отключить этот вот один коннектор. Здесь вот язычок, он нажимается, и фара отключается. Вот так вот. Все, фару можно доставать аккуратно. Все, значит, здесь вот снизу такие вот салазки, нужно потом будет обратно в них попасть. Абсолютно то же самое, ослабляется этот, откручивается этот, и вот тут, и вот тут. И также все, коннектор отсоединяется, и фара уже достается. Куплены вот такие вот стекла на C7, вроде как нормальное качество было. Эти посмотрим, как оно будет. Но выглядит более-менее похоже. Сверху присутствуют какие-то опознавательные знаки. На C7 стекло было без этих опознавательных знаков, но с надписью HELLA. Здесь ничего такого нету, но такое литье вроде как более-менее нормальное. Края тоже ровные, как бы, ну, вроде такого особого колхоза дешманского не видно. Вот и все, буквально, наверное, за полчаса я справился с этой фарой. Единственное, значит, отличие вот со снятым стеклом, значит, здесь вот есть лейбл какой-то AL, это значит Automotive Lighting, здесь этого нету. Дальше, здесь снизу клеймо, то, что сделано в 2011 году, там тоже абсолютно ничего подобного нету. В остальном визуально разницы никакой нету. Встало оно четко. Герметика я, к сожалению, наверное, многовато даже нам намазал. Надо поменьше здесь сейчас вот сделать так, чтобы было как будто же завод. Вот так вот сейчас размажу. Сюда, вот так вот. И будет вообще по красоте. Вот так вот. Угу. Вот тут вот. Еще вот здесь надо как-то подмазать чем-то, на отверт какой-нибудь. Здесь вообще по красоте все вышло. Довольно-таки ровно.
В отличие от C7, здесь удобные защелки, поэтому все тоже, в принципе, встает как надо. Ну что ж, теперь сейчас покажу, как вторую фару, которую я еще ни разу не разбирал, буду пробовать отклеивать. А потом все это под пленку. Для примера, как выглядит новая и старая фара. Ума, какая разница. Там как будто уже стекла нету. Здесь вот это вот, конечно, все портит вид. Когда грязная, напыленная, еще не так заметно, но, блин, за 212 тысяч километров они все-таки потеряли свою былую красоту. В первую очередь нужно снять 5 вот таких вот зажимов. Теперь, начиная с нижней части, нужно начинать прогревать и отклеивать. Все, старое стекло снято. По хронометражу это у меня заняло 10 минут 40 секунд. Вспомню, как я возился с C7. Там, ё-моё, мне потребовалось просто капец сколько времени. Теперь, значит, очищаем линзу. Очищаем тут поверхность, потому что, возможно, немножко насыпалось грязи. Максимально аккуратно. Не стараемся не докасаться до этих хромированных деталей, а тем более не протирать их. Потому что, не дай бог, они сразу будут поцарапаны. Они очень прям мягкие. И никаких там обезжиривателей, очистителей нет, это все повредит это. Вот. Потом по поводу вот этого внутреннего герметика. Если там песка немного, то можно его обратно туда затолкать. В идеале, конечно, все это вычистить, но особо это не требуется, потому что будет также сажаться на битумный герметоз. И в прошлый раз я пытался сильно прям очищать, но просто на это время очень много времени уходит. Поэтому по максимуму пытаемся песок убрать. Что-то, что убирается, убирается, не убирается, и хрен с ним.
Потом просто добавляется новый герметоз. Вот, ну что ж, теперь надо все это очистить, немножко прибраться, чтобы было красиво. И, в общем, приклеивать новое стекло. Зачистил герметик. На зачистку его, наверное, больше ушло времени. Ну так, минут 15, наверное, зачищал. Столько лишнего герметика. Ну и решил, что просто если его оставлять, то непонятно, какой слой новый класть. Из-за этого может выдавить лишний. Короче, решил, что вот так вот уберу лишнее. Теперь линза. Буду обычной салфеткой для мониторов протирать и очистителем для стекол. Смочил салфетку и вытираю. Еще нужно будет протереть изнутри. Чтобы это сделать, нужно достать ксеноновую лампу и засунуть туда. Либо попробовать вот через вот это верхнее отверстие. Сейчас я достану лампу. Лампа достается тоже без всяких инструментов. Крышка. Снимается коннектор. И лампочка так сейчас откручивается, да. Здесь установлены Neo Lux. Уже год на них езжу. Точнее, жена ездит. В принципе, все неплохо. И теперь через вот это вот отверстие можно попробовать какой-нибудь крючок просунуть с салфеткой и почистить. Либо вот тут вот сверху можно попробовать также прочистить. Ну вот такой получился результат. Немножко все равно внутри есть такие слабо заметные разводы. Я думаю, при ярком свете они будут очень видны. Но это лучше, чем было мутное до этого. Ну что, теперь все протираем, где на хроме могли остаться отпечатки. И можно вклеивать обратно. Теперь берем вот такой вот герметик. Вот этой катушки хватит, не знаю, фар на 10, наверное. Отрезаем какой-то участок, наверное, вот столько примерно, сантиметров 20 хватит на верхнюю часть фары и еще столько же на нижнюю часть. Немного ее вытягивая, закручивая, кладем. Вот так вот примерно укладывается герметик. Теперь греется, смотрится, чтобы новой пыли не появилось, наклеивается новое стекло. Ну и вот таким вот образом сейчас на колешках наделываю. Ну что ж, получился вот такой вот результат. Здесь я смазал
так пальцем, чтобы было ровно. Все эти клипсы встали ровно, перекосов нету. Лишнего герметика практически не выдавилось. Сейчас покажу снизу. Снизу вышло вот таким образом. Даже то количество, которое я положил, на самом деле, наверное, даже многовато, потому что ну, вот здесь вот он начинает вылезать. Вот, заходил достаточно туго, прям силой надавливал, чтобы вот эти сошлись. Ну, в моторном отсеке, конечно, горячо. Он, в принципе, там еще растечется, как ему будет удобнее герметику. В принципе, нормально. Теперь остается только заклеить пленкой. Вот так вот спустя 20 минут получилось обклеить фар. Здесь, видимо, дефект небольшой пленки самой. Из-за того, что она была в сложном состоянии. Но у меня на А6 был изгиб чуть сильнее даже, он потом прошел. Вот сейчас вот видно такие пятна. Можно даже попробовать снять третий слой, который защитный. Аккуратно. Лучше, конечно, делать, когда она немножко подсохнет. Ну да ладно, сейчас рискну. Лучше, конечно, двумя руками. Вот эти вот мутные пятна, это, в принципе, у меня на C7 прошло спустя пару дней. Вот, про что я говорил, уголок сейчас немножко отклеился. Надеюсь, туда не попала какая-нибудь грязь, пыль. Сейчас надо будет еще раз его феном немножко запаковать.
Ну вот как-то так. Единственная ошибка, которую я сделал, я почему-то начал вытягивать поверху. Хотя нижний, вот этот вот радиус кривизны, больше. И по сути надо было на самом деле, наверное, вытягивать относительно нижней части. Но и так вполне нормально. Пленка растянулась под феном. Теперь приступаю ко второй фаре. 11:30 ночи, а я собираю фары. Благо есть вот такой вот крутой фонарик, который можно на магните прикреплять куда угодно. Короче, катаюсь, разводы проходят и финалочку записываю. На следующее утро фары выглядят вот так. Под пленкой еще не все испарилось. Ну, как показывает практика моя личная, это еще пару дней. Ну и для примера, как выглядит в темное время суток. Это дневные ходовые огни. Это ксенон. Машина проехала, было видно. Ну, светит очень ярко. Прошло уже 3 дня. Не терпится выпустить видео, но еще буквально тут парочка мест, где еще эти пятна не прошли. Ну и здесь. Вот эти вот, которые дефектные места. А так практически все уже в идеале. Как светит фара? Светит она шикарно. Даже днем виден хорошо теневой. Теневая граница. И вот так вот. Ну, выглядит, конечно, офигенно. Еще машину бы помыть. Было бы шикарно. Ну что ж, на этом, наверное, все. Ремонт, на самом деле, мне показалось очень элементарным по сравнению с C7. Тут и не нужно и бампер снимать, и фары разбираются очень легко. Короче, рекомендую, если у кого-то уже уставшие фары. Обновление стоит того. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.